Там пара каких-то ребят, которые там в консоли копаются. Пытаются найти что-то. Не более того. Oh dear, you spelled your name with a five. A physician? Not many of you left. Легкой. Да я что-то пытался искать, так ничего не нашел. Ну, именно на четвертом. Ну, я, конечно, пытался найти то, что мне более-менее знакомо. Хотя бы чуть-чуть. Так-то и Fortnite, блядь, на Unreal. Блять, в костер залез. Прям как в сталке. Прыгали в ты. Тут нету стамины. Блин, запутаться в кнопках вообще такое нереальное говно. Если ты запутался, то все, до свидания. Стоишь просто секунд 10 тупишь. Он его рекрутит? Да нет, там этот адронный коллайдер, как у всех иностранцев. У них там а ну давай. Да я знаю, но у меня нет возможности. Ну, я понимаю, что если менять проц, то с ними менять материнку надо, потому что сокет это уебанский старый. А у меня возможности сейчас нет менять проц и материнку. Да и вряд ли когда-то будет в ближайшее время возможность.
Не, ну может с рук, да, найти. Заказать, наверное, еще дороже выйдет, чем купить новый. А, Авито доставка. Не, я думал, ты заказать где-то в магазине. А то, что Авито доставка, я знаю. Я заказывал это. Оперативку заказывал. Откуда-то с Москвы, что ли. Точно такую же, как у меня покупал. Бля, я нажал, интересно, последний рубильник. У меня это. Терзают смутные сомнения, что я его так и не нажал. Чем ты там зарядишься, надеюсь, не пиво? А то знаю я такие зарядки. О, вот это у меня не испалил, конечно. Сейчас будет нас настолько быстро, насколько это возможно. Потому что если вонючие роботы палят, то ты не можешь фаст тревел сделать. И это вообще супер проблема. You taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go. Нормально.
customs and inspection. Right this way. I picked up this weird signal the other day. Rizzo's purple berry fudge. A soft salad. What? What? I'm not going anywhere, you hear? Go back to Byzantium. Welcome back. Do wipe the... We are now open above Byzantium, Captain. Not so fast. Oh, bye. Да я молчал, наверное, просто. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon history. After a deep and thorough examination of our budgets, revenue streams, and... I'm on my legally allotted break. Да, конечно, можно. Если просто пробежать нормально, все. Ну, я не уверен насчет того, смогу ли я перебежать из-за моей вообще ситуации с компом и все дела. Ну, я думаю, вполне себе можно. Тридцать четыре, семьдесят с чем-то там, по-моему. Я сейчас не помню, но могу потом посмотреть. Да блядь! Я в стоячего попасть не могу, это вообще как? Мне надо собраться. Я не уверен. Do you like what you see? Спасибо за фоллоу. Good, you're back. Not that. Now arriving at Phineas's top secret orbital lab.
Can you hear me? I'm just securing my ongoing experiments. Так, главное, сильно не отвлекаться. Mind the mess, sir. I haven't had a visitor. А то тут что-то забыть, это как попасть. Never had a visitor. Берешь и забываешь. Да ты не смотри на наше Авито, смотри на все. На нашем Авито? Не знаю. Только на свой покупай. На нашем Авито. На Монар. На Монар. Dr. Wells has failed to discover the tracking signal broadcasting the location. Да у меня старая связка. Кому она, блядь, вообще нужна? Связка. Ну, минус 5-6к это ощутимо, довольно-таки. Так, главное нормально пострелять в этого мутанта. Нам с вами не по пути. Никогда не любил эту фракцию. Шутка, конечно. Привет, Громик. А где желаю приятной игры, не понял. Серь залез. За Игнатов-то подбор. Ты какой-то сервис Игнатов, что ли? Я бы в него никогда не обратился.
Так, сейчас надо с этим. Не обосраться с терминалом. У меня с ним в последнее время какие-то ебаные проблемы. Не могу его нормально поражать. А, ну сейчас бы киллкам включить. Спасибо. Да не говори. Это как Fallout, ну типа того, можно сказать. Так, Византия. Так, главное, чтобы у меня был сейчас диалог нормальный. Так, все чики. Так, сейчас на первую эту хрень. О, я забыл сплетан. Ну ничего страшного. Так, мне надо 55 лож. Это мне надо дальний бой. Пам-пам-пам-пам. Автосплиттера нет, а нахуй он мне нужен? Я еще на примере сталкера понял, что автосплиттер говно ебаны. Когда он сам срабатывает, тогда когда не надо. Вот это меня прям вообще радовало. Так, Джвотер. Геноцид робот он устраивает. Молодой человек, где ваше уязвимое место? Черт, чтобы отвернуться. Thank you.
Так, извините, 4. Hail, Captain. Your return to... We are now in orbit above Byzantium, Captain. Ой, я же нанесу. Я надеюсь, я ничего не обосрал там себе по квесту. То мне что-то уровень не дали. Мне это что-то напрягло потихо. Должны были уровень дать. Captain Hoth. Да не, вроде все чики-пуки. When I was stranded in Emerald Vale, I simulated a number of... Но это, походу, VR новый. Я не уверен, конечно, но, скорее всего. Может быть и нет. 21:39 там. То есть мне еще нужно прибавить 6 секунд за то, что у меня лагал ЛГТ таймер. Давай. О, нормально. Плюс сколько там? Плюс 6. 30. 34. Ну да. Ну да, в принципе. Изи. Мне эта концовка нравится. Берешь и летишь в солнце.